Всем привет, с вами Реанор, прекраснейшее вам настроение. И сегодня я попытаюсь сделать наконец-таки себе кофе, чтобы обдолбаться им и хоть как-то на кофе суметь выдержать. Бешеную нагрузку, которая меня ожидает по укреплению дома. Вот этот дом я выбрал в качестве укрепрайона. Так, пару кирпичей. Этого будет достаточно, в принципе, чтобы укрепиться. Здесь мы просто расширим проход. Надо кофе срочно. Давайте. Примем таки на грудь. Где же? Вот наша волшебная штуковина. Сейчас мы как. Эх, разубись, рука. И понеслась. Надо было больше кофе, конечно, сварить. Ну что, мы можем теперь долбать без остановки. Стоп, можем поставить. Давайте проверим. Не можем, надо все-таки убрать это. Еще раз долбаю ее. Даже не знаю, может, стоило бы оставить. Теперь нужно будет закрепить эту и каким-то образом сделать переход, да? Давайте сделаем, наверное, побольше тогда. Докипятилось наконец-таки. Так, нам уже 15 сюда. Немножко воды на всякий случай оставим. Как там у нас крафтится? Давайте еще повырубаем деревьев, пока заряд кофе волшебный не закончился. Так, отлично, теперь мне нужен wooden frame. Понятно. Мне нужен wooden frame. Вот он. Сколько их? 12, мало. Короче, на все. Готовы там этим фрейм? Давайте их попробуем выставлять хитрым образом. Так. Здесь не получится. А здесь. О. Хорошо. Так, это для безопасности больше. Остальное нужно будет снизу начать строить. Так, где там наша инструментилка? Кончились, походу. Так. Так, я наверх заберусь. Это время не нужно. Время совсем уже нет. Не приспособленное к тому, чтобы... Так. Здесь так не получится. О! Эй, ух, опасно. Это было опасно. Блоков есть. Упс. Это я зря. Это погорячился. Не-не-не. Давайте-ка уберем, чтобы случайно не на использовать больше, чем необходимо. Вот я про это и говорил, надо было снизу подставить.
Ладно, буду в следующий раз умнее. Тоже такое задание. Неизвестно, чего как было бы лучше, наверное, поступить. Неизвестно. Вузен фрейм. 68, 9, 10. Ладно, крафт. Все, вечереет. Пора домой. Эх, жалко. Ну, в принципе, ночью буду крафтить. А что делать? Крафтить буду фреймы. А еще я заделаю, наверное, вот эти вот дырки. Мне не нравятся. Потому что мне кажется, что за них меня видно. Выглядит, конечно, хорошо, но донести туда еще это дело, ох, как долго нужно будет винты стакаются по 5. И я уже слышу, на улице жужжит шмель. Что самое неприятное в этом всем. Но седьмая ночь, пока еще вроде... Пока все тихо. И это, честно говоря, в принципе, так и должно быть. Они вот на восьмую ночь, кажется, такого ходят. Хотя, опять же, неизвестно. Может быть и нет. Возьму-ка я сделаю wooden фреймов, наверное, на все. Ничего страшного, что у меня весь лес закончился. Топливо я здесь, если что, набрать смогу. Вот, и утречком начну потихоньку избавляться. Зомби. Починю все инструменты и подготовлю себе уже площадку для такого человеческого выживания. А может быть, просто сейчас как раз и пойдут. Может быть, я уже не успел. Может быть и такое.
Давайте-ка избавлюсь от этого барахла. Может, они просто собирались силами, потом наконец-то сейчас как пойдут. Вроде тихо. Вроде бы тихо. Нет, скорее всего, как раз таки пройдут они ночью. А где эта поганая жужжалка? Я не слышал. Зенитная установка Рей-1. Нет, никого. Что-то там ломают где-то. Так что мы спокойно ночью отсидимся, думаю. Накрафтим всякой ерунды. А там уже видно будет, что к чему. Арбалет уже 70 патронов только осталось, так что... Мне только и останется играть в догонялки. Вот как я запланировал, так, наверное, и будет. Я ж слышу тебя. Слышу тебя, жужжалка. Не будем высовываться в лишний раз. Нет меня здесь. Эть, видите, не замечен. Медленно все крафтится, ну что делать. Зато играю по-настоящему. Шесть утра уже. Скоро. А что будет скоро и что будет утром, мы узнаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. А с вами был Реанор. А пока-пока. Счастья вашему дому и до следующих эпизодов.